Кому на данный момент по-настоящему интересна тема такой техники в нашей стране? Старшим поколениям. Здесь нет подростков, здесь нет детей, здесь мало молодежи. Ну, молодежь у нас сейчас до 40 или 45, не суть. Техника, которая заслуживает всесторонней популяризации и внимания, она просто красива, объективна. Если ничего не знать про то, что это завод имени Лихачева, что это действительно ходовой образец, который серийный ходил по дорогам Советского Союза, то есть у предыдущих поколений был опыт с ним. Он просто красивый, он очень привлекательный. Это объект промышленного дизайна, объект вдохновения, но о нем почти никто не знает. И на этой презентации в основном у нас люди пожилого возраста, историки, те, кто и так по нему знают все, конечно, это праздник для них. Но хотелось бы, чтобы такая техника освещалась максимально широко, далеко выходя за профессиональное сообщество. Тогда нам будет просто интереснее жить, потому что нам есть чем гордиться.